я не буду с тобой играть. Ты противный и злой мальчишка. Той девчонке было 5 или 8, тому парнишке. Как любил ее задирать. Ждал, когда же получит сдачу. Говорил: «Чё ты плакса? Не плачь!» А она отвечала: «Не плачу». А потом, когда старше стал, продолжая дразнить, как раньше, каждый день до дверей провожал и не знал, что же ждет их дальше. За нее мог любых порвать, заступался, меняться начал. Говорил: «Ну чё ты плакса? Не плачь!» А она отвечала: «Не плачу». Вот и стали еще взрослей. В дальний ящик убрали ранец. И в один из прекрасных дней он надел ей кольцо на палец. Среди всей череды неудач он твердил: «Ты так много значишь». И еще: «Че ты плакс? Не плачь». А она отвечала: «Не плачь». Пролетали так быстро дни, седина серебриться стала. Но друг друга они сберегли. О семье вот такое мечтала. Старичком и старушкой став, когда свадьба прошла золотая, он твердил: «Ты держись за рукав, упадешь еще вдруг, молодая». А когда он всерьез не мог, и врачи не давали шансов, она молча сидела у ног, точно зная, что надо пытаться. Он хотел ей так много сказать, вспомнить школу, их внуков, лето. Но сказал: «Чего ты плакса? Не плачь». И дождаться не смог.